Указом президента Российской Федерации от 26 июля 2000 года за мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, младшему сержанту Шектаеву Дмитрию Александровичу присвоить звание Героя Российской Федерации. Посмертно. Есть воинский долг без речей и парадов. Пусть тысячи жизней сольются рекой в пути боевом легендарной бригады. Есть лица и судьбы отдельной строкой. Когда над страной смрад террора витает, солдатам спецназа хватает забот. Хорошим был снайпером Дмитрий Шектаев. Шел месяц февраль, 2000 год. Не вправе забыть, что присягу давали, пощады у злобной войны не прося. И небо кавказское лопасти рвали, приказом разведку в Аркун унося. А скалы им в спины проклятья шептали, и словно дрожал от предчувствия борт. Ждала их засада, и Дмитрий Шектаев вдвоем с командиром прикрыли отход. Шарахался враг по расщелинам узким, кончался БК, словно козырь в игре, и взмыла душа над ущельем Аргунским, и памятник вырос на школьном дворе. Судьбою напрасны солдатские споры, но смерть не напрасна за други своя. И помнят героев кавказские горы, и помнит героя поселок Колья. Но помнят героев уральские горы, и помнит героя поселок Колья.